Знаешь, у меня сейчас такое состояние, как будто бы я всего в жизни достиг, и достигать больше нечего. Что я богат, я написал книгу, я признанный виртуоз на скрипке, значит, любовь, все на месте, и уживать уже просто больше нечего. Вот у меня сейчас такое. Представь себе, а? Как вообще это понимать? Вот я бы и хотел знать про свое сознание и вообще про свое собственное существо. Насколько я на самом деле интеллектуален. Потому что такое впечатление, что просто огромная львиная доля — это просто-напросто эмоция, состояние. Эмоции меня очень сильно захлестывают. Ну вот такая тут Германия, благополучие. Ну а что? Так вот и живешь, принимаешь прекрасную сауну, ездишь на бесшумной машине по ровным дорогам. Стабильность, никакого нигде стресса. Вот тут-то, говорят, и рождаются такие чудовища, как Чужой. Чужого же, кстати говоря, по слухам, придумал швейцарец. Вот я смотрю в Швейцарию. Ну, конечно, я сам там не бывал, но мне иногда кажется, что мне было бы там тяжело жить. Хотя не факт. Не знаю. Вот не знаю. Очень было бы интересно. Вот сейчас. Сейчас прямо мне очень интересно. Я думаю, сейчас можно было бы сделать замечательное какое-то открытие о человеческой сути. Вот когда у меня такое прекрасное состояние, в чем же проблема? В чем разница между вот этим моим нынешним состоянием и плохим состоянием? Вот было бы сейчас хорошо ответить на этот вопрос. Но не получается.